Проверяли документы у водителей и спрашивали, знают ли они, как нужно перевозить детей. В Пушкино прошел рейд по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием маленьких пассажиров. На территории городского округа Пушкинского на регулярной основе проводятся профилактические мероприятия «Маленький пассажир – большая ответственность». Особое внимание автоинспекторы уделяют на правильность перевозки маленьких пассажиров и на наличие детских удерживающих устройств. Дети – это одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Система безопасности автомобиля не рассчитана на их защиту. Поэтому при перевозке детей необходимо обязательно использовать специальные удерживающие устройства. Зачем они нужны и как правильно их подбирать, в очередной раз инспекторы ГИБДД напомнили водителям во время рейда. А маленьким пассажирам вручили световозвращающие элементы. Знаешь, что это такое? Это световозвращающий элемент. Красивый? Он поможет, чтобы в темное время суток тебя машины, автомобилисты, видели издалека. Полезный? Полезный. Можно я тебе повешу? Дай ручку, пожалуйста. Детям рассказали, как правильно носить световозвращающие элементы и зачем они нужны. Также профилактические беседы были проведены и с водителями. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Юрий Добрунов. Новости Большого округа.